Капель. Стиль – это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное – лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное – это искусство. Стиль есть не у всех. Не все ему верны. В собаках может быть больше стиля, чем в людях. Но не у всех собак есть стиль. Когда Хемингуэй выстрелом размазал свои мозги по стене, это было стильно. Люди тоже диктуют стиль. Жанна д'Арк была стильной. Иоанн Креститель, Иисус, Сократ, Цезарь, Гарсия Лорка. Стиль — это свойство, манера, устройство. Шесть сапель будут спокойно стоять в пруду. А вы голышом выйдете из ванны, не заметив меня.